как объясняют нам наши учителя, что все зависит от подготовки. Сейчас нам необходимо сделать массивную подготовку, которая важнее, чем то, что мы потом сделаем, реализуем. Потому что во время реализации могут прийти даже всякие помехи и различные отталкивания в интернете, например. Все это не важно. Действие не на нас возложено, подготовка на нас возложена. Запрещено об этом забывать. В подготовке ты ни от кого не зависишь, потому что подготовка происходит как бы в скрытии. Она пока что еще не раскрылась, не реализовалась. Есть у нас статья, где ситра ахра не знает мысли человека, только его действия. То, что не раскрыто ей. Есть такая вещь. Поэтому мы можем проделывать подготовку свободно между собой, переписываться, что мы будем делать в будущем. И это важно. А само действие может выглядеть у нас совершенно неправильным. Ведь мы пока что еще не находимся на том уровне, где это происходит. Ну и в будущем произойдет. Это тоже будет. И все, что должно произойти после действия, как бы оно ни вышло, зависит от подготовки, а не от самого действия. Но в глазах людей, пока мы такие маленькие, то нам важно, как мы провели это действие, пришли ли мы к воодушевлению, получилось, не получилось. Но на самом деле все определяется подготовкой. Поэтому сейчас мы делаем акцент именно на это.